7 июля, нет, 7 августа 24 года. Сжигаем листья, траву, все сухое, что удалось собрать в саду, чтобы его очистить. Какой замечательный костер появляется. Дым до облаков. Сидишь и не можешь налюбоваться на эту мощь. А всего сухая травка. Вот, схватываются новые сухие ветви, и огонь с радостью начинает их охватывать. В этом и есть прелесть жизни на природе. Все. Вроде все сгорает наконец-то. Будем собирать новые сухие травы, ветви, стричь газоны.